Брянск! Вас приветствует активная и творческая молодежь города Гомеля. Мы рады находиться на 10-й юбилейной смене. И за это хочется сказать огромное спасибо главе города Брянска и всем организаторам. Вы сделали эту смену по-настоящему радужной. Спасибо вам огромное. Привет из солнечной, плодородной Болгарии. Мы из столицы Роскарлова. Наш город побратим с города Брянск более 30 лет. Мы очень рады, что мы участники 10-й юбилейной международной молодежки лагеря «Радуги». Маленький мир, где смешивается многоголосие языков и национальных особенностей, где дружба по-настоящему не знает барьеров и границ. Нам, людям из разных стран, не нужны были переводчики, потому что у нас за эту неделю образовался свой новый язык. Это язык «Радуги». У 5 делегаций из государств и городов побратимов Брянску была целая радужная неделя на то, чтобы познакомиться, пообщаться и узнать традиции и обычаи друг друга. Впечатлениями об отдыхе ребята поделились и с руководителями города. Кстати, многие делегаты в Искорку приезжают не впервые. Я рад увидеть, что радуга не только сохранена, но она развивается. Этот год радуга была замечательной. Я хочу сказать вам, что лагерь «Искорка», где мы проживаем, замечательное место. Персонал лагеря, руководство лагеря сделали все, чтобы мы чувствовали, как у дома. Здесь нет ни одного случайного человека. Как признались сами участники, отбор на поездку проводился очень строгий. От 5 до 10 человек на место. Каждый день ребята делились друг с другом традициями своей малой родины. Поддерживали и устоявшиеся общие обычаи своей особенной смены. Например, высадили юбилейное дерево дружбы. Насыщенная программа ждала парней и девушек за пределами территории лагеря. Они посетили мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Стали гостями областного фестиваля «Яблочный Спас». Кто-то, как Тодор из Болгарии, увезет отсюда брянскую землю. Кто-то изделия народных промыслов брянщины и все незабываемые моменты 7 дней. С большим удовольствием принимаем всех наших друзей из наших городов-побратимов. И очень отрадно и приятно видеть здесь наших зарубежных друзей. Это Болгария, это Белоруссия, ну и традиционно наши друзья из Северодвинска. Они уезжают отсюда под большим впечатлением, им все очень понравилось, они нашли новых друзей. Глава города Александр Хлеманков пожелал делегатам поддерживать связь с новыми друзьями и пригласил всех снова в гости. Татьяна Жукова, Максим Кузнецов, «События Брянск».